Жертвовать необходимо в надежде приобрести излишнее. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, но пупяшечку. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Зачем же вы его разорвали, сказала мамзель? Как сказал Нарумов, у тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, ты до сих пор не Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе. Да, как Герман, истинно романическая у него профиль Наполеона, душа Мефистофель. Я даже думаю, что... Я пролила несколько слез, поцеловав холодную руку господина. Я просто вышел из себя, причащен, и доказал, что полгода не сделали полмиллиона, и начисто отказался. Деньги тут не нужны, спросил Сен-Жермен. Извольте меня выйти. Ангел смерти обрел ее, сказал оратор, бодрствующий. После этого она подошла к окошку. Не беспокойся. Но уже офицер не был. Пиковая дама означает тайную недоброжелательность. Новейшая гадательная книга. Глава первая. Эпиграф. А в ненастные дни собирались они. Часто. Гнули. Бог их прости. От 50. Наста. И выигрывали, и отписывали мелом. Так, в ненастные дни занимались они делом. Однажды играли в карты у камергердинца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно. Сели ужинать в 5 часов утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом, прочие в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие. Ну, что ты сделал, Сурин, спросил хозяин. Проиграл по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив. Играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толком не собьешь. Все проигрываешь. И ты ни разу не соблазнился. Ни разу не поставил на руте, но твердость твоя для меня удивительна. А каков Герман, сказал один из гостей, указывая на молодого инженера. Отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароли, а до 5 часов сидит с нами и смотрит на нашу игру. Игра занимает меня сильно, сказал Герман, но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. Герман немец, он расчетлив, вот и все, заметил Томский. А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка. Графиня Анна Федотова. Как? Что? Закричали гости. Не могу постигнуть, каким образом бабушка моя не понтирует. Так что ж тут удивительного, что 80-летняя старуха не понтирует? Так вы ничего про нее не знаете? Нет. Правда, ничего. Вот так послушайте. Знать, что бабушка моя лет 60 тому назад ездила в Париж и
и была там в большой моде. Народ бегал за ней, чтобы видеть «La Venus Moscovite». Решили, я за ней волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было... Он чуть было не застрелился. Что он чуть было не застрелился от ее жестокости. В то время... В то время, да, мы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлянскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая хижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня. Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя. Он вышел из себя. Ну? Принес счеты и доказал ей, что в полгода они сдержали 500 000. Ну? Что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни. И начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему... пощечина и легла спать одна. Легла спать одна в знак своей немилости. На другой день? На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но... Но нашла его непоколебимым. Первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений. Думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рось. И что есть разница между принцем и каретником. Куда? Куда? Дедушка бунтовал? Нет. Нет. Нет, да и только. Бабушка не знала, что делать. Что делать? С нею. Человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного? Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее. Над ним смеялись, как над шарлатаном Аказановым. В своих записках говорит, что он был шпион. Впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решила к нему прибегнуть, написала ему записку и просила немедленно к ней приехать. Старый чудак явился тотчас. И застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала, наконец, что всю свою надежду она полагает на его дружбу и любезность. Сен-Жермен задумался. Я могу вам услужить этой суммой, сказал он, но знаю, что вы не будете спокойны пока со мной. Не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство. Вы можете отыграться. Но, любезный граф, отвечала бабушка, я говорю вам, что у нас денег вовсе нет. Деньги тут не нужны, возразил Сен-Жермен. Извольте меня выслушать. Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал. Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал в тот же самый вечер. В тот же самый вечер бабушка явилась в Версаль уже де Лорен, герцог Орлеанский металл. Бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другой. Все три выиграли ей Соник. И бабушка отыгралась совершенно.
«Случай», — сказал один из гостей. «Сказка», — заметил Герман. «Может статься, порошковые карты подхватил третий». «Не думаю», — отвечал важно Томский. «Как, — сказал Нарумов, — у тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не перенял у ней ее каббалистики?» «Да, черта с два. У ней было четверо сыновей, в том числе и мой отец. Все четыре отчаянные игроки. И ни одному она не открыла свои тайны. Хоть это было бы не худо для них. И даже для меня. Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, в чем он меня уверял честью. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл, помнится, Зоричу, около 300 тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалости молодых людей, как-то сжалилась над Чаплицким. Она дала ему три карты с тем, чтобы он поставил их одну за другую. И взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю, они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту 50 тысяч, выиграл Соника, загнул пару липе, отыгрался и остался еще выигрыш. О, однако пора спать. Уже без четверти шесть. В самом деле уже рассветало. Молодые люди допили свои рюмки и разъехались. Пиковая дама означает тайную недоброжелательность. Герман был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Я не в состоянии жертвовать необходимым. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Герман не касался и процентов, жил одним жалованием, не позволял себе малейшей прихоти. Я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Я не в состоянии жертвовать необходимым. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость посла его от обыкновенных заблуждений молодости. В надежде приобрести излишнее. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что состояние его не позволяло ему, как сказывал он, жертвовать необходимым. Жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. А между тем целые ночи просиживал он за карточными столами и с лихорадочным трепетом следовал за различными оборотами игры. Три верные карты. Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение. И целую ночь не выходил из его головы. Как? У тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не перенял ее каббалистики? Что если? Что если, думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу? Что если старая графиня откроет мне свою тайну или назначит мне эти три верные карты? Тут он открыл ей тайну, за которую всякая из нас дорого бы дала. Почему же не попробовать своего счастья, представиться ей, подбиться в ее милость, пожалуй, сделаться ее любовником? Но все это требуется время. Ей 87 лет. Она может умереть через неделю, через два дня. Может статься. Порошковые карты. Да и самый анекдот, можно ли ему верить? Нет, расчет, умеренность и трудолюбие. Вот мои три верные карты. Вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость. Проиграл.
по обыкновению. Надо признаться, что я несчастлив. Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другой укатились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая подфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы, плащи мелькали мимо величавого швейцара. Герман остановился. «Чей это дом?» — спросил он у углового будочника. «Графиня Анны Федотовны», — отвечал будочник. Герман затрепетал удивительный анекдот. Снова представился его воображение. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке, о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок. Долго не мог заснуть. И когда сон им овладел, ему пригрезились карты. Карты. Зеленый стол. Кипа ассигнаций. И груды червонцев. Он ставил карту за карту. Карту за карту. Гнул углы решительно. Выигрывал беспрестанно. И загребал к себе золото. Золото. И клал ассигнации в карман. Ассигнации. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства. Три верные карты. Пошел опять бродить по городу. И опять очутился перед домом графини. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Герман увидел свежие личико и черные глаза. Эта минута решила его участь. Глава вторая. Эпиграф. Il paraît que monsieur, кажется, что monsieur, et de ce demande pour les ventes, решительно предпочитает камеристок. Que voulez-vous, madame? Что вы хотите, мадам? Elles sont plus fraîches. Они свежее. Светский разговор. Старая графиня. Сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья — высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам 70-х годов и одевалась так же долго и так же старательно, как и 60 лет тому назад. У окошка за пяльцами сидела барышня, ее воспитывается. «Здравствуйте, гран-маман!» — сказал вошедший молодой офицер. «Бонжур, мадемуазель Плис, гран-маман, я к вам с просьбой». «Что такое, Поль?» «Позвольте вам представить одного из моих приятелей, да. Привезти его к вам в пятницу на бал». «Привези мне его прямо на бал, тут мне его и представишь. Был ты вчера, Сю?» Как же очень было весело. Танцевали до 5 часов. Как хороша была Елецкая. И мой милый, что же в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня? Княгиня Дарья Петровна. Кстати, я чаю, она уж очень постарела, княгиня Дарья Петровна. Как постарела, отвечал рассеянно Томский. Она 7 лет, как умерла. Барышня подняла голову.
и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесницы, загусил себе губу. Но графиня приняла весть для нее новую с большим равнодушием. Умерла, сказала она, а я не знала. Мы вместе были пожалованы во фрейлины. И когда мы представились, то государыня... И графиня сотый раз рассказала внуку свой анекдот. Ну, пусть, сказала она потом, теперь помоги мне встать, Лизонька. Где моя табакерка? И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышней. Кого это вы хотите представить? Тихо спросила Лизавета Ивановна. Нарумова. Вы его знаете? Нет. Он военный или статский? Военный. Инженер? Нет. Кавалерист. А почему вы думали, что он инженер? Барышня засмеялась и не отвечала ни слова. Поль! Закричала графиня из-за ширмов. Пришли мне какой-нибудь новый роман. Только, пожалуйста, не из нынешней. Как это, грал-мама? Ну, то есть такой роман, где герой не давил бы ни отца, ни матери, и где не было бы утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников. А таких романов нынче нет? Ага. Не хотите ли разве русских? Разве есть русские романы? Пришли, батюшка. Пожалуйста, пришли. Простите, грамоман, я спешу. Простите, Лизавета Ивановна, а почему же вы думали, что Нарумов инженер и Томский вышел из уборной? Лизавета Ивановна осталась одна. Она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки. Она опять принялась за работу и наклонила голову над самым конвой. В это время вошла графиня, совсем одетая. Прикажи, Лизонька, сказала она, карету закладывать и поедем прогуляться. Лизонька встала из-за пяльцев и стала убирать свою работу. Что ты, мать моя, глуха, что ли? Вели скорее закладывать карету. Сейчас, отвечала барышня, побежала в переднюю. Слуга вошел и подал графине книги от князя Павла Александровича. Хорошо, благодарить, сказала графиня. Лизонька, Лизонька, да куда ж ты бежишь? Одеваться. Успеешь, матушка, погоди. Сиди здесь, раскрой-ка первый том, читай. Вслух. Барышня взяла книгу и прочла несколько строк. Громче, сказала графиня. Что с тобой, мать моя, с голосу, что ли, спал? Погоди, подвинь мне скамеечку. Ближе. Ну? Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула. Брось эту книгу, сказала она. Что за вздор? Отошли это князю Павлу и вели благодарить. Да что же карета? Карета готова, отвечала Лизавета Ивановна, взглянув на улицу. Что ж ты не одета, сказала ей графиня, всегда надо бы на тебя ждать, эту матушку несносно. Лиза побежала в свою комнату. Не прошло и двух минут, графиня начала звонить изо всей мочи. Три девушки убежали в одну, а камердинер в другую. Что это, вас не докличешься, сказала им графиня, сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду. Лизавета Ивановна вошла в капоте шляпки. Наконец, мать моя, сказала графиня. Что за наряды? Зачем это? Кого прельщать? Какова погода? Кажется, ветер.
Никак нет, ваше сиятельство. Очень тихо отвечал камердинер. Вы всегда говорите наобум, отворите форточку. Так и есть. Ветер и прихолодный. Отложить карету, Лизонька. Мы никуда не едем. Нечего было наряжаться. Вот моя жизнь, подумала Лизавета Ивановна. В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелые ступени чужого крыльца. А кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице, знатной старухи. Однажды, это случилось 2 дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились. Однажды. Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, Нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой. Через 5 минут взглянула опять. Молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около 2 часов, не приподнимая головы. Не приподнимая головы. Подали обедать. Но встала, начала убирать свои пяльцы и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странно. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства. Но? Но уже офицера не было. И она про него забыла. Дня через 2, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником. Черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым. Возвратясь домой, она подбежала к окошку. Офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза. Она отошла, мучаясь любопытством и волнуемая чувством для нее совершенно новым. С того времени не проходило дня, чтобы молодой человек в известный час не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение и подымала голову. Смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был зато ей благодарен. Она видела острым взором молодости, как быстро румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась. Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось, но узнав, что Нарумов не инженер, а конногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому. Глава 3. Эпиграф. Vous m'écrivez mon ange. Вы пишете мне, мой ангел. Des lettres de 4 pages. Письма по 4 страницы. Plus vite que je ne peux les lire. Быстрее, чем я успеваю их прочесть. Переписка. Только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже. Уже графиня послала за ней и велела опять подавать карету. Подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как 2 лакея приподняли старуху и просунули ее в дверцы. Лизавета Ивановна с самого креста увидела своего инженера. Он схватил ее руку. Она не могла опомниться от испугу. Молодой человек исчез. Письмо.
осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку. И во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросу, кто это с нами встретился. Как зовут этот мост? Что там написано на вывеске? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и не впопад и рассердила. И рассердила графиню. Что с тобой сделалось, мать моя? Столбняк на тебя нашел, что ли? Ты меня или не слышишь, или не понимаешь. Я, слава богу, еще не картавлю и из ума еще не вырыла. Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо. Оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитал? Письмо содержало в себе признание в любви. Оно было нежно, почтительно. И слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна. Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные тесные сношения с молодым мужчиной. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении и не знала, что делать. Перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить охоту в молодом офицере к дальнейшим преследованиям? Отослать ли ему письмо? Отвечать ли? Холодно и решительно. Ей не с кем было посоветоваться. У Лизаветы Ивановны не было ни подруги, ни наставницы. Она решилась... Отвечать. Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу. И задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо. И рвала его. То выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец, ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. На другой день, увидя идущего Германа, она встала, вышла в зал, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Герман подбежал, поднял его, вошел в кондитерскую лавку, сорвав печать, он нашел свое письмо. И ответ Лизаветы Ивановны, я уверен, написала она. Я уверена, что вы имеете честные намерения. Честные намерения? И что не хотели оскорбить меня необдуманным поступком. Необдуманным поступком. Но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Таким образом? Возвращаю вам письмо ваше. И надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение. Незаслуженное неуважение. Он того и ожидал. И возвратился домой, очень занятый своей интригой. Занятый своей интригою. Три дня после того, Лизавете Ивановне, молоденькая быстроглазая мамзель, принесла записочку из модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования. И вдруг узнала руку Германа. Вы, душенька, ошиблись. Эта записка не ко мне. Нет, точно к вам, отвечала смелая девушка, не скрывая лукавой улыбки. Извольте прочитать. Лизавета Ивановна пробежала записку. Герман требовал свидания. Не может быть, сказала Лизавета Ивановна, испугавшись поспешности требований и способа ему потребленному. Эта записка не ко мне, и разорвала ее в мелкие кусочки. Или письмо не к вам, зачем же вы его разорвали, сказала мамзель. Я возвратила бы его тому, кто его послал. Пожалуйста, душенька, сказала Лизавета Ивановна, вспыхнув от ее замечания, вперед ко мне записок не носите. А тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно, что... Должно быть стыдно. Но Герман... Герман не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Герман их писал вдохновенной страстью и говорил языком ему свойственным. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать. Она упивалась ими, стала на них отвечать.
Ее записки час от часу становились все длиннее и нежнее. Наконец, она бросила ему в окошко следующее письмо. Сегодня бал у голландского посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до двух, вот вам случай увидеть меня наедине. Коль скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся, в сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою коморку. Приходите в половине двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу. Прямо на лестницу. Коль вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня, вам скажут, нет, и делать нечего, вы должны будете воротиться, но, вероятно, вы не встретите никого. Никого. Девушки сидят у себя все в одной комнате, из передней ступайте налево. Налево. Идите все прямо до графининой спальни. Прямо до графининой спальни. В спальне за ширмой вы увидите две маленькие двери. Маленькие двери. Справа в кабинет, куда графиня никогда не входит. Справа в кабинет. Слева в коридор. Слева в коридор. И тут же узенькая витая лестница. Витая лестница. Она ведет в мою комнату. Герман трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В 10 часов вечера. Он уже стоял перед домом графини. Погода была ужасная. Ветер выл, мокрый снег падал хлопьями. Фонари светились тускло. Улицы были пустые. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока. Герман стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец, графинину карету подали. Герман видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шум, и как вслед за ней в холодном плаще с головою, убранную свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери. Окна померкли. Герман стал ходить около опустевшего дома. Он подошел к фонарю. Взглянул на часы. Приходите в половине двенадцатого. Было 11:40. Герман остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Двенадцатого Герман ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Вы не встретите никого. Швейцара не было. Герман взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю. Из передней ступайте налево. И увидел слугу спящего под лампою в старинных запачканных креслах. Легким и твердым шагом Герман прошел мимо его. Залы и гостиные были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Идите все прямо до графининой спальни. Герман вошел в спальню.
Герман вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, сошедшие по золотой, стояли в печальной симметрии возле стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже мадам Леброн. Один из них изображал мужчину лет 40, румяного, полного, в светло-зеленом мундире и со звездою. И начисто отказался от платежа. Другой молодую красавицу с орлиным носом, зачесанными висками и розовью в пудренных волосах. И бабушка отыграла совершенно. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Леруа, коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с монгольфьеровым шаром и месмеровым магнетизмом. Есть другое средство. Вы можете отыграться. Видите две маленькие двери? Герман пошел за ширмы. За ними находилась маленькая железная кровать. Справа в кабинет. Справа находилась дверь, ведущая в кабинет. Слева в коридор. Слева другая в коридор. Герман ее отворил. И тут же узенькая витая лестница. Увидел узкую витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы. Она ведет в мою комнату. Но он воротился и вошел в темный кабинет. Время шло медленно. Все было тихо. Гостиной пробило 12. По всем комнатам часы одни за другими прозвонили 12. Все умолкло. Опять. Герман стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен. Сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час. Утра. И он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала. Становилась. Герман услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали. Раздались голоса. Дом осветился. В спальню вбежали две старые горничные. В спальню бежали три старые горничные. И графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтеровы кресла. Герман глядел в щелку. Елизавета Ивановна прошла мимо его. Приходите в половине 12-го. Герман слышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. Сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести. И снова умолкло. Он окаменел. Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами. Сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее, желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Герман был свидетелем отвратительных таинств ее туалета. Наконец графиня осталась в спальной кофте и ночном чипце. В этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась
ужасно и безобразно. Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницей. Раздевшись, она села у окна в вольтеровы кресло и отпустила горничную. Свечи вынесли. Комната опять осветилась одной лампадой. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мыслей. Глядя на нее, можно было подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но под действием скрытого гальванизма. Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились. Перед графиней устоял незнакомый мужчина. Незнакомый мужчина. Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь, сказал он тихим и внятным голосом. Я не имею намерения вредить вам. Я пришел умолять вас об одной милости. Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Герман вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему. Вы можете, продолжал Герман, составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить. Я знаю, что вы можете угадать три карты сряду. Герман остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали. Казалось, она искала слов для своего ответа. Это была шутка, сказала она наконец. Клянусь вам, это была шутка. Этим нечего шутить, сердито возразил Герман. Вспомните Чаплицкого, которому помогли вы отыграться. Графиня, видимо, смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души. Но она скоро впала в прежнее бесчувствие. Можете ли вы, сказал Герман, назначить мне эти три верные карты? Графиня молчала. Герман продолжал. Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без того, они же не знают цены деньгам. Моту не помогут ваши три карты. Тот, кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. И я не мот. Я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну, он остановился и с трепетом ждал ее ответ. Графиня молчала. Герман встал на колени. Если когда-нибудь, сказал он, ваше сердце знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас, чувствами супруги, любовницы, матери, всем, что не есть святого в жизни, не откажите мне в моей просьбе, откройте мне вашу тайну. Подумайте, что по мне. Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубой ее вечного блаженства, с дьявольским договором. Подумайте, вы старый. Жить уж вам недолго. Я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Думайте, что счастье человека находится в ваших руках. Что не только я, но дети мои, внуки, правнуки благословят вашу память и будут ее чтить как святыню. Старуха не отвечала ни слова. Герман встал, старая ведьма.
сказал он, стиснув зубы, так я ж заставлю тебя отвечать. С этим словом он вынул из кармана пистолет. При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головой и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела. Потом покатилась навзничь и осталась недвижима. «Перестаньте ребячиться», — сказал Герман, взяв ее руку. «Спрашиваю, в последний раз хотите назначить мне ваши 3 карты? Да или нет?» Графиня не отвечала. Герман увидел, что она умерла. Глава 4. Эпиграф. Он сам мёртв, и сам религион. Человек без чести и без веры. Переписка. Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженной в глубокие размышления. Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу. Сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германа. И желала найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствия, помешавшие их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло и 3 недели с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека, и она уже была с ним в переписке, и он успел вытребовать у нее ночное свидание. Она знала имя его только потому, что некоторые из его писем были им подписаны. Никогда не говорила с ним, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала. До самого сего вечера. До самого сего вечера. Странное дело. Странное дело. В самый тот вечер на бале Томский дуясь на молодую княжну Полину, которая против обыкновения кокетничала, не с ним, желала отомстить, оказывая равнодушие, он позвал Лизавету Ивановну и танцевал с ней бесконечную мазурку. Во все время он шутил над ее пристрастием к инженерным офицерам и уверял, что знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать. И некоторые из его шуток были так удачно направлены, что несколько раз Лизавета Ивановна думала, что ее тайна ему известна. «А от кого вы все это знаете?» – спросила она, смеясь. «От приятеля, известный вам особо, человек очень замечательный». «Кто ж этот замечательный человек?» «Его зовут Германом». Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но руки и ноги ее поледенели. Этот Герман — лицо истинно романическое. У него профиль Наполеона, душа Мефистофеля. Я даже думаю, что на его совести, по крайней мере, 3 злодейства. Как вы побледнели. У меня голова болит. Что же говорил вам этот Герман или как бишь его? Герман очень недоволен своим приятелем. Говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе. Я даже думаю, что Герман сам имеет на вас виды. По крайней мере, он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля. Где же он меня видел? В церкви, может быть, на гулянии. Бог знает, может быть, в вашей комнате во время вашего сна от него встанет. Подошедшая к ним 3 дамы с вопросом. Вопрос был много. Забвение или сожаление? Прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны. Дама, выбранная Томским, была сама не жена. Она успела с ним изъясниться, обижав лишний круг.
лишний раз повертевшись перед своим стулом, возвратясь на свое место, и Томский уже не думал ни о Германе, ни о Лизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор, но мазурка кончилась. И вскоре после старая графиня уехала. Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня. Но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходство с изображением, составлен ею самой, и благодаря новейшим романам это уже пошлое лицо пугало и пленяло ее воображение. Елизавета Ивановна сидела, сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранную цветами. Вдруг... Дверь отворилась, Герман вошел. Она затрепетала. Где же вы были? Спросила она испуганным шепотом. В спальню старой графини, отвечал Герман. 10 часов от нее графиня умерла. Боже мой, что вы говорите? Кажется, продолжал Герман, я причиной ее смерти. Елизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе. У этого человека, по крайней мере, 3 злодейства на душе. Герман сел на окошко подле нее и все рассказал. Елизавета Ивановна выслушала его с ужасом. Герман смотрел на нее молча, сердце его так же терзалось. Но не слезы бедной девушки, не удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало. Невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащение. Вы чудовище, сказала наконец Елизавета Ивановна. Я не хотел ее смерти, отвечал Герман. Пистолет мой не заряжен. Они замолчали. Утро наступало. Елизавета Ивановна погасила догорающую свечу. Белый свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германа. Он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Сходство поразило даже Елизавету Ивановну. Как вам выйти из дома? Я думала провести вас по потаенной лестнице, но надо найти через спальню, а я боюсь. Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу, я выйду. Елизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Герману. Герман пожал ее холодную, безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову и вышел. Он спустился вниз по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Под лестницей Герман нашел дверь, которую отпер тем же ключом. Очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу. Пиковая дама означает тайную недоброжелательность. Глава 5. Эпиграф. В эту ночь явилась ко мне покойница. Баронесса Конве, она была вся в белом и сказала мне... Здравствуйте, господин советник. Сведенборг. 3 дня после роковой ночи, в 9 часов утра, Герман отправился в монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердивший ему: «Ты убийца старухи!»
Илья мало истинной веры. Он имел множество предрассудков. Он уверил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь. И решился явиться на ее похорон, чтобы спросить у ней прощения. Церковь была полна Герман. Герман на силу смог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке. Под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце, в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние, слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках. Родственники в глубоком трауре, дети, внуки и правнуки. Никто не плакал, слезы были бы une affectation. Графиня так была стара, что смерть ее уже никого не могла поразить, и что ее родственники давно смотрели на нее, как на отжившую молодой архиерей. Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением ко христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодрствующий в помышлениях благих в ожидании жениха получения». Служба совершилась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом. Потом двинулись и многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницей в их суетных увеселениях. После них и все домашние. Наконец приблизилась и старая барская барыня, ровесница покойницы. Две молодые девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли, и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей. После нее Герман решился подойти ко гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанным ельником. Наконец приподнялся, бледен, как сама покойница. Взошел на ступени катафалка и наклонился. В эту минуту показалось ему. Показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Герман, поспешно подавшись назад, оступился. Его подняли. В то же самое время Елизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот. А худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину. Что? Молодой офицер. Ее побочный сын. На что англичанин отвечал холодно. О! Чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он против обыкновения своего пил очень много в надежде заглушить внутреннее волнение. Но вино еще более горячило его воображение. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать. И крепко заснул. Он проснулся уже ночью. Луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы,
Было без четверти три. Сон у него прошел. Он сел на кровати и думал о похоронах старой графини. В это время кто-то... Кто-то? С улицы заглянул к нему в окошко и тотчас отошел. Герман не обратил на то никакого внимания. Через минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Герман подумал, что денщик его пьяный по своему обыкновению возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку. Кто-то ходил, тихо шаркая туфли. Вдруг дверь отворилась. И вошла женщина в белом платье. Герман принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина скользнула, очутилась вдруг перед ним. Герман узнал графиню. Я пришла к тебе против своей воли, сказала она твердым голосом. Но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка. 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 Семерка. 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 И туз. Туз. Выиграю тебе сряду, но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил, и чтобы во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть, но с тем, чтобы ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне. С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Герман слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко. Герман долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу. Герман на силу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению. От него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сене была заперта. Герман возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал... Тройка. Свое... Семерка. Видение. Туз. Шестая. Эпиграф. Атанде, как вы смели сказать мне, Атанде? Ваше превосходительство. Я сказал Атанде. Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз. Скоро заслонили воображение Германа образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз. Не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил, как она стройна, настоящая тройка червонная. У него спрашивали, который час? Который час? Он отвечал, без пяти минут семерка. Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз. Преследовали его во сне, принимая всевозможные виды. Тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора.
Семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком. Все мысли его слились в одну. Воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Дорого ему стоило. Он стал думать об отставке, о путешествии. Он хотел в открытых и грецких домах Парижа вынудить клату очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот. В Москве составилось общество богатых игроков под председательством славного Чекалинского, провевшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург. Молодежь к нему нахлынула, забывая баллы для карты, предпочитая соблазны фараона, обольщением волокитства. Нарумов привез к нему Германа. Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Молодые люди сидели, развалясь на штофных диванах, ели мороженое, курили трубки. Несколько генералов и тайных советников играли в вист. За длинным столом, около которого теснилось человек 20 игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет 60, самой почтенной наружности. Голова была покрыта серебряной сединою, полное и свежее лицо изображало добродушие. Глаза блистали оживленной всегдашней улыбкой. Нарумов представил ему Германа. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать. Талия длилась долго. На столе стояло более 30 карт. Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться. Записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования и еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянной рукой. Наконец, талия кончилась. Чекалинский стасовал карты и приготовился метать другую. «Позвольте поставить карту», — сказал Герман, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился молча, в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германа с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала. «Идет», — сказал Герман, написав мелом куш над своей картой. «Сколько?» — спросил, прищуриваясь, банкомет. «Извините, я не разгляжу». 47 тысяч», — отвечал Герман. При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германа. «Он с ума сошел», — подумал Нарумов. «Позвольте заметить вам», — сказал Чекалинский с неизменной своей улыбкой, «что игра ваша сильна. Никто более 275 семпелю здесь еще не стар». «Что ж», — возразил Герман, — «бьете вы мою карту или нет?» Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия. «Я хотел только вам доложить», — сказал он, «что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны, я, конечно, уверен, что довольно вашего слова. Но для порядка игры и счета прошу вас поставить деньги на карту». Герман вынул из кармана банковый билет и протянул его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германову карту. Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка. «Выиграла», — сказал Герман, показывая свою карту. Между игроками поднялся шепот. Чекалинский нахмурился. Но улыбка тотчас возвратилась на его лицо. «Изволите получить?» — спросил он Герман. «Сделайте одолжение». Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Герман принял свои деньги, отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Герман выпил стакан лимонаду и отправился домой. На следующий вечер Герман явился опять у Чекалинского. Хозяин метал.
Герман подошел к столу. Бандеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился. Герман дождался новой талии, поставил карту, положил на нее свои 47 тысяч и вчерашний выигрыш. Чекалинский стал метать. Балет выпал направо, семерка налево. Герман открыл семерку. Все ахнули. Чекалинский, видимо, смутился. Он отсчитал 94 тысячи и передал их Герману. Герман принял свои деньги с хладнокровием и в ту же минуту удалился. На другой день Герман явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтобы видеть игру столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов, все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германа. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Герман стоял у стола, готовясь один понтировать против бледного, но все... улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Герман снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это было похоже на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом. Чекалинский стал метать. Руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз. Туз выиграл, сказал Герман и открыл свою карту. Дама ваша убита, сказал ласково Чекалинский. Герман вздрогнул. В самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться. В эту минуту показалось ему, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его. Старуха, закричал он в ужасе. Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Герман стоял неподвижно. Отошел он от стола, поднялся шумный говор. Он с ума сошел. Это похоже было на поединок. Чекалинский снова стасовал карты. Игра пошла своим чередом. Герман. Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м номере. Не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро. Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, дама. Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, дама.
вышла замуж за очень любезного молодого человека. Он где-то служит, имеет порядочное состояние. Он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается... У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница. Томский произведен в родмистры. И женится на княжне Полине. Il me dit je vous aime et je sens mal écrire moi. Je sens mon cœur qui bat, je ne sais pas. год. Пиковая дама означает тайную недоброжелательность. Я не в состоянии жертвовать необходимым. Thank you.